Приветствую вас. Я думаю, что начать необходимо с причин, по которым я начал играть на бирже. То есть это никогда не бывает без причины какой-то объективной. И если, значит, ну, если ситуация произошла такая, если это случилось, то у этого, по-видимому, ну, есть какие-то основания. И, как правило, эти основания, они, ну, имеют природу, имеют причины, имеют корень, собственно, в семье. То есть, вот именно в климате вашей семьи, к сожалению. То есть, если, если ситуация возникла такая, такого типа, да, если ситуация такого типа возникла, то, скорее всего, что-то в вашей семье его, значит, ну, как бы спровоцировало на такое вот, ну, на такое поведение, на такие действия. Вот. Это первое. Это первое, что нужно сказать. У этого есть основание. У этого есть основание. Основание кроется, как я уже сказал, в вашей семье. Вот. И, соответственно, именно с этого нужно начать. Я так понимаю, что речь идет о зависимости. То есть ребенок по ряду причин зависим от, ну, от игры на бирже. Соответственно, я полагаю, что любая зависимость имеет под собой какие-то основания, любая зависимость имеет под собой, ну, какие-то причины, как правило, всегда так происходит. И нужно понять, что ребенку, собственно говоря, нужно. То есть, чего ребенок, собственно говоря, хочет. Для чего он играет. Очень часто зависимость – это потребность в любви. Очень часто зависимость это потребность собственной значимости. Очень часто зависимость это такая вот, скажем, попытка реализовать то, что, ну, в семье не получается реализовать. То есть, ну, это вот очень частая такая история, к сожалению. Вот, поэтому отучать, если вот именно, ну, если мы говорим прямо про
такое чисто аутентичное действие, отучить, то отучать бесполезно, потому что он уже начал это делать, ему нужен стимул, ему нужен мотив, чтобы перестать это делать. Вот. А чтобы перестать это делать, нужен, ну, чтобы перестать это делать, нужно раскрыть его желание, раскрыть его потребность, которую он, может быть, сам даже не осознает. Вот. Поэтому начинать нужно, безусловно, здесь с принятия его, то есть, ну, просто вот, принятие его увлечения, каким бы оно, это самое увлечение, допустим, не было, каким бы оно не было, это увлечение, его нужно принять. Сейчас, потому что сейчас ребенок играет. И вот приняв, его дальше необходимо раскрывать, чтобы ребенок увидел, что есть другие, более эффективные способы, реализации своей потребности, реализации своих желаний. То есть здесь, как правило, хорошо помогут естественные ограничения. То есть, например, ну, допустим, если он играет, он же играет как бы на ваши деньги, он вряд ли он играет на свои деньги. Ну вот. Соответственно, естественное ограничение денежных средств, но при этом и выделение каких-то определенных средств на то, чтобы он играл, но, допустим, столкновение его с фактами, да, то есть, как бы, вот, ну, факты, в смысле, что вот, если, допустим, ну, если, допустим, ты хочешь играть, да, то окей, ты можешь играть, но, как бы, допустим, ты там, ну, не получишь того, что, ну, там, не знаю, там, каких-нибудь там, игрушек, вкусняшек, там, чего-то еще, да, ну, то есть, ребенку должно быть понимание, что у его действий есть последствия, ну, и так далее. Кроме того, насколько я знаю, это вообще не очень законно играть на бирже, если тебе нет 18, то там где стоят ограничения. Вот. Можно сказать, опять же, ребенку, что это, ну, что-то незаконно, и как бы, ну, это объективно незаконно, здесь имеет смысл проконсультироваться с юристом по данному вопросу, потому что это, ну, может быть достаточно такая серьезная история. Вот, чтобы вы, как бы, ну, там, действительно не попали, там, под надзор правоохранительных органов, вот. Вот, и дальше просто постоянно с ребенком разговаривать, то есть не изолироваться от него, а именно вот разговаривать, пытаться понять, что он хочет, почему он так делает и так далее. Потому что, еще раз повторяю, у этого есть причины. Вот. Осознавание собственной ответственности за, ну, вот, за то, что произошло, это тоже очень важный такой момент. Очень важная история, принять и осознать свою ответственность за то, что произошло. Вот. И уже исходя из этого выстраивать свою модель поведения, модель взаимодействия с ребенком. Вот. Такая вот история. Это то, что я могу вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.